Более 100 семей летом переедут в новый дом в Новоалександровске. Многоэтажка предназначена для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Сейчас готовность здания составляет 94%. Вместе с будущими новоселами его осмотрел губернатор Валерий Лимаренко. В семиэтажном доме 102 квартиры. Строители завершают внутренние отделочные работы. А как только позволит погода, приступят к благоустройству прилегающей территории. Мы уже на сегодняшний день решили вопрос с переселением с 500 тысяч квадратных метров аварийного жилья. И предстоит еще за ближайшие 3 года около 400 тысяч квадратных метров. Таким образом, 900 тысяч квадратных метров жилья в этой программе. Уже сейчас мы стараемся, чтобы те жители, которые здесь будут жить, их управление жилищной политики сопровождает этих людей с тем, чтобы они посмотрели квартиры, может быть, какие-то дефекты найдут уже сами жители, чтобы можно было в момент, с учетом их вкусов, сделать какие-то вещи. В этом году в Южно-Сахалинске планируют расселить более 8 тысяч квадратных метров аварийного жилья. В целом, в ближайшие 3 года новые квартиры получат 19 тысяч человек. Напомню, островной регион первым в стране выполнил программу по переселению из ветхого фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.